Просто то, что я вот сейчас в нашей жизни переживаю, став пенсионером и вынуждена работать, никогда раньше только не работала. Экономлю, чтобы выжить. Выживаю кое-как. Прячусь за обложки книжек и глотая натощак. Перечитываю Данте, свой подсчет веду кругам. И стихи, как будто мантры, вслух читаю по слогам. Экономлю мысли, чувства, состояние души среди нынешнего буйства, хоть и вовсе не дыши. А вокруг весна хлопочет, и чумны грохочет пир. Кто-то нам войну пророчит, кто-то шепчет миру мир. Выживаю одиночкой в необъявленной войне. Экономлю в книжках строчки и слова, что есть во мне. Спасибо.